Будем делать мы форму. Вот на бумаге вырезали сердечко. Отступили тут сантиметра 3. Ну, кому на сколько борт надо выше? 5 сантиметров, 7, 2 сантиметра. Вот потом так прорезали. Это все будет вот так вот загинаться. Вот. Проклеиваться клеем ПВА. Вот так вот он будет. И потом еще наклеиваться будет, так делаться, бумага. И на этот борт наклеиваться будет вот так вот в несколько слоев бумага. И получается потом вот такая вот готовая наша форма. Тут еще наклеили бумагу и с этой стороны. И получилась вот такая плотная форма. Будем сейчас пробовать залить нашу форму. Налили теплой воды, вот, в обрезанную 2-литровую баклажку. Будем добавлять ПВА и это все хорошо размешивать. Вот разрезали кулек, намазали его подсолнечным маслом для того, чтобы цемент наш не прилип. Вот замешали, точнее не цемент, а клей для плитки. Вот замешали клей для плитки в этой воде с ПВА, такой густой. Сейчас будем пересыпать в нашу форму. Вот высыпали клей для плитки. И теперь этим же пакетом, который в масле, вот так вот его будем разравнивать. И придавать будем форму нашему вот этому сердцу. Оказалось чуть-чуть жидковатое. Вот вытянули. И еще домешал клея, чтобы оно вот было вот такой консистенции. Почти как пластилин. Вот. Сейчас будем дальше делать. Вот получилось такое у нас сердце. Это мы так вот тоже кулек в масле был. Придали сначала форму. Это все убрали. И потом еще руками вот это вот, вот так вот корректировать, выравнивать. Вот. И будет оно у нас засыхать 2 суток. Потом дальше посмотрим, что с этого выйдет. Вот прошло 3 суток. Подсохло наше сердечко. Вот здесь только чуть еще сырое, но уже твердое. Сейчас будем пробовать его вытянуть. Вытягивается легко. Вот еще тут сырой клей, но уже твердый. Еще будет подсыхать несколько суток. Дальше будем доделывать. Прошли еще сутки. Вот высохло наше сердце. Вот с этой стороны тоже практически вот тут чуть-чуть темное пятно. Но еще подсыхать будет. Сейчас шуруповертом просверлим отверстие здесь и здесь. Для того, чтобы влага выходила, когда будут расти там растения. Вот просверлил 2 отверстия в нашем изделии. Добавил сейчас вот клея ПВА. И это будет крепче делать нам изделие. Ну и плюс будет как грунтовка. Сейчас это все намажем. И будет оно еще у нас стоять сохнуть. Высох у нас клей ПВА. Такая вот получилась более плотней. Форма у нас с 2 сторон. Мазали. Вот. Сейчас будем грунтовать.
прогрунтовали наше сердечко со всех сторон. Высохло. Сейчас будем красить. У нас есть краска резиновая, без запаха. Можно и в помещении красить. Вот сейчас будем наносить краску на низ. Низ будет высыхать, высохнет и будет вверх наноситься. Прошло вот около часа, подсох слой краски. Сейчас будем наносить второй слой, чтобы насыщеннее был цвет. Высохла в два слоя наша краска. Сейчас будем с этой стороны тоже наносить один слой, а потом второй слой. Вот высохло наше сердце. Получилось такое вот. Вот такая глубина. Где-то 3-3,5 сантиметра. Будем сюда что-нибудь потом сажать. Вот пробуйте. Тоже получится такая красота.